Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья! Бизнес в сфере общепита, по мнению экспертов, один из самых сложных. Именно поэтому нашу сегодняшнюю историю можно назвать удивительной. Она о том, как молодая гомельчанка из небогатой семьи, медик по образованию, открыла в центре Гомеля собственное кафе. Что необходимо знать и уметь для старта гастробизнеса, в чем его плюсы и с какими сложностями приходится сталкиваться. Об этом и многом другом поговорим сегодня с Татьяной Денисовской. Меня зовут Татьяна Денисовская. Мы находимся в моем кафе, в котором я являюсь директором. Мы работаем уже полгода. До нас здесь тоже было кафе, но на протяжении последних там нескольких месяцев оно не работало. Все началось с того, что я решила, что почему бы и нет, почему бы не пора заняться своим делом, работой на себя. Это был 2009 год, когда я училась в медицинском колледже. Я решила летом подработать. Я пошла работать официантом в Station One Cafe. Я поработала там 2 года, пока заканчивала учебу. После этого я решила, что, наверное, мое призвание, моя любовь большая – это работа на скорой. Параллельно устроилась на работу в роддом в областной. Но в стенах больницы мне не хватало какого-то самостоятельного движения, что ли. Поэтому я решила, что можно попробовать себя дальше в общепите, совместить работу на скорой и работу в общепите. На протяжении полутора лет, пока я работала на скорой, я совмещала работу в чистопивном ресторане. Я там была тоже сначала начинала официанта, потом официант-администратор. После этого так как бы мне предложили работу в фасоли. Это был рост с там официанта-администратора до менеджера сразу. Это было здорово, потому что это новые эмоции, новые люди, новые знания. Мои амбиции, они, наверное, очень большие, и мне тяжело оставаться на месте. То есть моя вся жизнь – это такой отрез в 2 года практически, то есть 1,5-2-3 года, и мне хочется что-то больше. Если я не могу здесь реализовать себя, то я, значит, меняю место, где я могу реализовать себя. И после фасоли у меня был такой, как бы, тоже очень давняя мечта – стать бортпроводником. Я съездила в Москву, в Аэрофлот, я прошла собеседование. К сожалению, получилось так, что по здоровью там нужно прям очень идеальное здоровье, и я не прошла медицинскую комиссию, но я решила, что, наверное, так и надо. Я вернулась в Гомель тогда, после Москвы, и тоже так, как бы случайным образом получилось, что мне предложили взять в управление первый бар. Тоже интересный был опыт. 1,5 года я была там директором. И так получилось, что мне мой знакомый рассказал о том, что вот помещение, в котором мы сейчас находимся, здесь раньше было кафе, и они закрылись, и ищут арендатора. И брать как кафе, то есть, ну, идея у меня другая была. Вообще, ну, в принципе, хотелось открыть именно 100% свое. Но финансовая часть была у меня небольшая. Финансовая часть – это те деньги, которые я заработала, которые я там продала машину, плюс кредит в банке, одолжила, то есть это какие-то небольшие суммы. Ну, можно сказать, что я начала это делать без денег, потому что это не те большие деньги помощи там от родителей. Мои родители, ну, деньгами мне не помогают. Мои родители работают, мама в поликлинике работает фельдшером-лаборантом, папа на Спартаке работает водителем. Они не миллионеры. Поэтому начиналось это все без больших денег, вот. И вот уже полгода мы работаем. Мне все говорят, что это очень интересное название, почему бы и нет. Это, наверное, принцип моей жизни последних несколько лет, потому что раньше очень сильно отказывала себе в чем-то. Сейчас, если я чего-то хочу, если задаю вопрос, почему нет? И то же самое я хочу дать людям, когда ко мне приходят гости и говорят, вот, а можно на вот это? И ты говоришь, ну, а почему нет? Почему нет? Почему нельзя пойти навстречу в каких-то мелочах? Касательно, например, приходят с детками и говорят, ой, вы знаете, мы не нашли для ребенка какое-то блюдо, а вы бы нам могли что-то предложить? И мы говорим, почему нет? Конечно, у нас есть индейка, мы можем вам ее сварить, пожарить, что любит ваш ребенок. У нас есть просто там
макароны. Мы можем для вашего ребенка просто сварить макароны, и в этом нет ничего проблемного. Делали как-то летом блинчики, тоже пришли семья с двумя маленькими детками, детки очень хотели блинчиков. У нас нет блинчиков в меню, но мы предложили, если вы немножко подождете, то мы сделаем вам блинчики. И дети были в таком восторге, родители довольны, потому что они кушали то, что они хотели, дети кушали то, что они хотели, все остались довольны. А это, наверное, для этого мы и делаем. Я отдыхала перед открытием кафе, ездила во Францию. Мне настолько понравилось там формат заведений, домашних небольших кафе, где сами хозяева работают, они работают в зале. И вот эту идею я принесла с собой. Я приехала, и я работала достаточно много времени. Я работала официантом сама. Мне было не зазорно, мне было не стыдно. Я очень стараюсь показать, что можно быть директором кафе и самой работать с гостями. И лучше меня никто не может знать мою идею кафе. Вот это гостеприимство, максимальная атмосферность домашнего уюта, потому что я называю это как мой дом, потому что я здесь очень много времени провожу. Во всем кафе идея именно дома. У нас там нету дорогих скатертей, посуда у нас обычная, да, я там докупаю последние вот месяца, мне там хочется там новые тарелочки купили, новые чашечки купили, там мельницы для перца, что-то вот такое уютное тоже, чтобы это было и профессионально, и в то же время это было по-домашнему. Пришло время для рубрики «Бизнес-блокнот». Сегодня в ней мы напомним потенциальным предпринимателям о возможности получения госсубсидий на открытие собственного дела. Без конкретных примеров также не обойдется. Своей историей с нами поделится молодой предприниматель Александр Ковалев. В 2019 году более 90 жителей Гомеля получили государственную субсидию на организацию предпринимательской деятельности. Среди них и гомельчанин Александр Ковалев, ныне хозяин первой в областном центре химчистки обуви. Однажды при чистке своей обуви я столкнулся с проблемой, что я не могу очистить пятна на кроссовках. Начал искать, где можно это сделать, и я понял, что в Гомеле нет подобного сервиса, и это будет очень хорошая идея для стартапа. Я начал изучать рынок, как это все делается, технологии. Благодаря помощи моих партнеров из Минска я получил нужные мне знания, опыт и оборудование. О субсидии я узнал от знакомых. Знакомые открывали свое дело с помощью субсидии. Комиссия собирается, и на основании тех фактов, которые я приводил, они решали, целесообразно ли мне давать деньги, либо нет. Я убедил комиссию, что это выгодное перспективное направление, которое будет востребовано у нас в городе. Наша химчистка – это первая химчистка обуви в Гомеле. Мы предоставляем услуги по чистке, окрашиванию, реставрации обуви из любых материалов. Мы открылись в начале декабря, пока, к сожалению, поток не очень большой. Люди только начинают узнавать. Для многих это необычно и дико, что есть такое химчистка обуви. Вот. Но опираясь на опыт коллег из других городов, из других стран, вообще мировой опыт, можно сказать, что это очень перспективное направление. На данный момент мы так оказываем очень широкий спектр услуг, но мы планируем развитие, планируем ремонт обуви. Такую новую вещь, как кастомизация кроссовок, это очень современное направление в мире обуви. Способ сделать вашу обувь необычной. Покрасить, перекрасить, что-нибудь нарисовать и получить за меньшие деньги новую обувь.
Меню составлял мой друг Иван Бодров. Очень много заведений, где он работал в Гомеле. Мне очень нравилась всегда его кухня, потому что у него настолько интересное восприятие вкуса и сочетания. Я решила спросить, а почему нет? Я предложила ему, говорю, Иван, говорю, давай попробуем. Вот есть идея открытие кафе, кухня. Говорю, я еще не знала на тот момент, что я хочу. И полностью вся кухня, все меню составлено им. Это его творчество, это его задача. И я полностью доверяла тому, что он сделал. И когда ко мне приходят и говорят, подскажите, что у вас самое вкусное, самое фирменное? Я говорю, вы знаете, у нас вся кухня полностью авторская. Да, она европейская, с элементами там азиатской кухни, но она полностью авторская. В нашем видении, в нашем исполнении, в нашем вкусовом сочетании. То есть не везде есть там паштет с куриных сердец с клубничным муссом. То есть это такой клубника. Паштет из куриных сердец. Как такое вообще сочетает? А это действительно вкусно. Это очень вкусно. Наше меню. Там нету веса блюда. Там нету полного описания. Там есть более весомые ингредиенты, которые находятся в этом блюде. И есть его цена. Мы хотели показать людям, что не обязательно смотреть на то есть выход блюда, то есть вес его, его цены там, и полный состав читать. Есть же вот этот вот внутренний порыв, когда ты начинаешь читать там филе утенка, брокколи на пару, и такие, о, это так вкусно, звучит уже. И никто не смотрит на вес. Если я, например, вижу, что заказывает мужчина, я подскажу, скажу о том, что это блюдо небольшое. Это как закуска, там вес, например, там, в 250-280 грамм. А вам бы я посоветовала еще взять салат до, например, горячего. И все, у нас получается разговор. Для того, чтобы открыть, надо иметь амбиции. И не просто какую-то далекую мечту о том, что вот, хочу общепит, хочу свое кафе, хочу свой бар. Нет, так не пойдет, потому что очень много заведений закрывались, когда люди хотели просто вот я хочу кафе. Для меня было очень полезное то, что у меня был опыт работы официантом. То есть это прям очень здорово, это приветствуется. Дальше нужны деньги для того, чтобы начинать воплощать свою мечту. Найти помещение. Если это помещение без ремонта, без оборудования, то значит нужно купить оборудование, которое не стоит недешево. Можно, конечно, воспользоваться БУ оборудованием, которое, например, там в Москве можно купить. Бывает в Гомеле, в Минске закрываются заведения, либо они переоборудуются, меняют, улучшают свое кухонное оборудование, можно взять его оттуда. Что-то можно взять у поставщиков. То есть, например, там кофемашина. Очень часто могут поставщики кофе могут дать ее в аренду на пролив кофе. Я даже не могу назвать, знаете, типа сумму, во сколько мне обошлось открытие. Но я не могу назвать эту сумму, потому что всегда где-то что-то не хватало, и ты докидываешь. Но эти деньги должны еще работать внутри, они должны оборачиваться. Кафе и ресторан – это очень живой организм. Он прям, ну, максимально живой. И поэтому я нахожусь здесь часто и много, потому что есть моменты, которые мне нужно чуть ли не своими руками это сделать. Поэтому, когда бывает, что заведение, например, кто-то открывает заведение, первоначально находится здесь, потом перестает находиться и думает о том, что оно будет продолжать работать. Оно не будет продолжать работать. Ресторанный бизнес – это живой организм. Это очень живой, и нужно ему всегда его подпитывать, его нужно что-то дополнять, менять, оживлять. Можно, но придется очень сильно и много работать. Очень много работать. И спать по 4 часа в день – это будет нормально. Не ездить в отпуск пару лет – это будет нормально. Не ходить гулять в пятницу и субботу, потому что у тебя пятница и суббота – это такой очень активный рабочий день у тебя в кафе. Это нормально, и это придется, нужно. Нужно принять, нужно вынести. Я думала о том, что, боже, как я хочу приехать домой сейчас, лечь спать и просто выспаться. И ты просыпаешься утром снова в 8 утра, ты просыпаешься, снова идешь на работу. Но это в кайф. Поэтому я могу работать 30 дней в месяц, я могу работать по 12, 18, 20 часов, потому что я работаю на себя. Мы провели выездное обслуживание, кейтеринг, такой небольшой, всего лишь на 30 человек. И это было очень интересно, это было очень красиво получилось в итоге. Поэтому вот эту тему кейтеринга я хочу развивать. И само кафе, наверное, сделать так, чтобы было комфортно отдыхать всем. Я хочу, в принципе, развивать культуру вот этого вот домашнего уюта. Хочется, чтобы и персоналу моему было комфортно здесь работать. И у меня получалось сделать все-таки бизнес. Да, это бизнес, который должен приносить деньги. Мне хочется очень помогать своим родителям, потому что это их заслуга, что вот они сделали меня такой, своим воспитанием, тем, как они участвовали в моей жизни. Поэтому я хочу зарабатывать деньги, чтобы я могла помочь своим родителям, чтобы они, будучи на пенсии, не нуждались в
элементарных вещах, которые я смогу их обеспечить. Кафе, которое открыла наша героиня, еще совсем молодое. Делать громкие заявления пока рано, но то, как Татьяна Денисовская относится к своему делу, говорит о его большом потенциале. Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.